Привет опять. Если помните, некоторое время назад я вам начал читать книжку Андрея Куркова «11 необыкновенностей из жизни чепухоносиков, их друзей и соседей». Тогда мы с вами прочли только первую необыкновенность. Сегодня я предлагаю вам послушать вторую. Необыкновенность вторая, в которой рассказывается о том, чего не любит рыба. В тот день мама чепухоносика решила постирать дубовые листья, росшие на ветке прямо над дуплом. Тихонько напевая какую-то песенку, она отрывала по листочку, полоскала в речке, а потом складывала их в стопку возле своего жилища. Когда она потянула следующий листик вниз, веточка треснула, и на маму свалился огромный зеленый желудь. Мама очень испугалась, закричала и прыгнула в речку. Вспомнив, что она не умеет плавать, чепухоноска еще больше испугалась и закричала еще громче. «Ну что такое?» – нервно спросила вынырнувшая на крик рыба. «Не речка, а сплошная школа пения». «Я тону!» – громко крикнула мама. «Вы, конечно, извините, что я вам мешаю, но неужели нельзя эти же слова говорить спокойно? Так, тихо-тихо, шепотом. Я тону». Ну, чтобы никого зря не беспокоить. «Помогите!» – снова закричала мама чепухоноска, не понимая, почему она до сих пор не утонула. «К сожалению, мы не можем вам помочь, потому что мы не умеем кричать. Кроме того, мы очень не любим тех, кто кричит». Также нервно и раздраженно добавила рыба. «И вообще, если вы учитесь тонуть, то вам надо поискать другое место. Здесь слишком мелко, и, пожалуйста, не кричите больше». Мама очень удивилась. Поднялась на ноги и увидела, что там действительно очень мелко. «Большое спасибо», – поблагодарила она рыбу. «За что?» – рыба вяло пошевелила ртом. «За внимание? Скажите, вы когда-нибудь были в Гвинее?» «А где это? Там интересно?» – оживилась мама чепухоноска. «Нет, там неинтересно. Там все кричат так же, как и вы. Мы прилетели сюда, чтобы пожить в тишине и спокойствии. Но что-то эта тишина никак не наступает. Всего вам доброго от нас», — сказала рыба и лениво поплыла к другому берегу.